Так, всем здорово. Давно-давно не записывал видео. 2020 год, март. Сейчас пройдемся по мелким доработкам, что было сделано по машине. И потом то, что купили за зиму, и то, что сделали за это время, за осень, за зиму. Сейчас все посмотрим. Ну, в первую поменял свой старый оригинальный эмский бампер, тоже на оригинальный, только без косяка. Тут был косяк, сюда был удар, и оригинальный пластик, но не появится. Тут все целое, только тут зазорчик был, зазор я убрал, это все будет краситься, молнии тоже будут все покупаться. Все крепление, все целое внутри, все косточки, все целое. Также установлена оригинальная была бочка от 540 привозная. Перебрали ее полностью, аккуратно отпесочили и в глянец черный покрасили. И установили трубки на 63 с фирменным логотипом. Также были поменены вот эти батоны. Поставил я их от универсала, от седана. Ну, так получилось то, что бартера, можно сказать, я их забрал. Шторки тоже от универсала, тут чуть они подрезаны, а так полностью все целое. Эти крепления уже сам замутил. Так, вся дверная карта все целенькая. Это у нас уплотнитель от E60. Также были куплены задние электроподголовники, полный комплект. Все лежит дома. Также был куплен полный комплект телефона. Остался вопрос подключить для аккумулятора. Тоже заводской как крепеж. Сейчас покажем. Вот эта пластмассочка и снизу для него, куда ее крепить. Так, это у нас эта дверная карта правая. Также сейчас пройдемся еще. Также перешили руль со строчкой. Только строчка у нас не русская, а под немецкий флаг. Сейчас тут видно будет. Вот так. Руль МТЕХ 3. Все целое, все аккуратно. Также была установлена до этого деревянная ручка МКПП. Также была установлена оригинальная тоже деревянная ручка на МКПП. И на родину вернулась родная ручка, которую я купил вместе с машиной. Но по стечению обстоятельств, так сказать, долго искал руль МТЕХ 3. Я просто поменялся с другом. Это было года 4 назад, да. Это оригинально, с подсветкой, все как положено. Потом я этот руль перешил и не мог найти такую ручку. Как раз доллар скаканул и уже стоила она, ну, вменяемых денег. Не, я бы, конечно, заказал, но чуть попозже. И тут, так сказать, на 2020 год, на Новый год, друг со своей старой машины, которую продал, как-то ее, так сказать, нашел, забрал эту ручку и сделал подарок. Так что ручка заводская теперь тоже здесь. А в дальнейшем борода, вот это получается кожух тоже. Вот это все пойдет на перешив. Сейчас отдал на перешив бардачок правый и бардачок левый. Также был куплен мафон другой BMW Traffic Pro Baker. Покажу его тоже чуть позже. Все лежит дома. Эмовская приборка. У нас тоже заводское все. Так, была поставлена распорка фирмы Net Motorsport. Была найдена вот эта пластмасска на форсунке. Долго ее искал целой. Краска чуть от этого, но зато она целая.
Это все от кошек. То, что машина стояла 4 месяца зиму, так сказать. Тут грелись. Заменена была трапеция. Полностью поменяла. Новые резинки, гайки. Тоже BMW Original. Так, что тут еще? Ну и так, все остальное вот как есть. Все целое, все аккуратно. И вынес наружу, получается, клапан холостого, регулятор, ну, клапан холостого хода. Чтобы час его не доставать, сюда его вынес, и все. Все аккуратно. Так. Бачок был поставлен большой под омыватели фар. Крепление здесь какое-то было заводское, походу, под аккумулятор. Я его убрал. Проводка вся есть. Вот так теперь установлен вентилятор 46-й, получается. Силиконовые патрубки. Также усиленные хомуты. И датчик, получается, вот здесь от Audi. Коллектора равнодлинники. Также поставил, так сказать, флагшток. Оригинальные рыжие поворотники. Убрал с хрома, ну, короче, хром был закрашен, я его убрал, теперь все аккуратно. И также привозную саблю, ну, ласточку купил, оригинальную BMW-шную, и поставил заводское охлаждение на ГУР. Также прислали с Крыма задний третий стоп, нашел заднюю полку, более-менее живую. Переделал ее под крепление по третий стоп, заднюю шторку оригинальную, и крепление тоже для шторки сделал. Это сейчас все позже покажем. Ну а так, машина вот простояла 4 месяца, перезимовала, и вот 2020 год начинается, так сказать, с марта выезжаем. Много-много чаще по машине делать, много куплено и будет сделано. Была заказана вот эта деталь. Это вот такая мелкая резиночка. Она идет для вентиляции аккумулятора. Вставляется сюда. А эта резиночка входит у нас вот в это отверстие. Сейчас все поставим. Потом, когда бардачки закончат, будут перешивать вот бороду. Вот эту еще. Ручка у меня есть сейчас, эмовская. Покажу вам. Так, вот она. Оригинальная, с подсветкой. Все как положено. Так, за зиму было много чего куплено. И самое основное, был перешит потолок. Все стойки. Задняя полка была найдена. К ней третий стоп и шторка задняя. Это надо будет все сейчас вставить. Сейчас как займемся ремонтом дома, постановкой всех этих запчастей, будем снимать видео, что купили и что сделали. Самое главное, руль все уже перешили. Это самое было первое, то что я хотел сделать. Теперь надо будет все вот эти обшивки все поставить. И потом еще снимем, как там вышло. Так, вот у нас на балконе уже с октября месяца лежит наш потолок, который полностью тоже перешили. Это от люка. Так, это вот. Сейчас мы достанем, покажем вам. Так. Вот наша полочка задняя. Тут была, получается, цельная часть. Вот эта накладка идет по третий стоп. Она как бы, вот полочка вырезается и вставляется в нее. Это ладно, хорошо.
Она вставлялась в полку, все нормально, но, как вам сказать, она была, ну, несимметрична. И одна сторона чуть-чуть, ну, на ней крепление чуть было сломано уже, не могла удержаться. И поэтому я решил ее сделать как литой, типа как полка под третий стоп уже идет литая вот так полностью с этой фигней, с пластмасской. А не то, чтобы просто вот ее отрезать и вставить. И снизу я все заклеил, сверху я загрунтовал, потом отшлифовал, чтобы было более-менее ровно, чтобы не было, ну, там чуть-чуть есть, вот такие чуть-чуть края, слева и справа, но они незаметны, честно. И вот эти крепления еще вот здесь стояли, пришлось их тоже убрать. А так вся полка полностью, все вот эти я тоже усилил бока. Так что и сделал разрез под шторку. Вот это было тоже тяжело сделать. Я вспомнил, кстати, почему еще вот, если бы не было шторки, если бы я не делал разрез, она бы стояла бы нормально. Как только я сделал под шторку, то сразу вот эта вот часть полностью вся, она стала как, ну, блин, хиленькой. Так, вот получается вот так. Вот тут вот чуть-чуть есть, потому что я тут конкретно тоже усилился. Смолой, смолу потом зачистил, чуть грунтовочку, ей тоже. Вот тут чуть-чуть. Но это честно, это глазу незаметно. Это только вот когда руками. Вот чуть-чуть видно, но когда назад она уже станет, со шторка там уже видно, видно этого ничего не будет. Так что пыльное, блин, все. Вот то, что лежало с октября месяца. Так. Это у нас есть. Потолок есть. Это все стоечки получается. Я заказывал стоечки другие передние. Потому что у меня были чуть с косяками. С какой-то там надписью Станкевич или что пришло. И даты там были, что-то 95-й год. С Европы машина пришла. И вот я забрал вот эти, получается, передние. А вот даже тут есть дата. 9 мая 95-й год. Как раз День Победы. Так что остальные это с Европы. Средние вот эти два с Крыма пришли. Тоже в том году летом. Их тоже все перешили. А задние остались родные, которые уже были на машине. Так что вот такие дела. Сейчас начнем все это устанавливать. Так, все, короче, разложили. Вот наши инструменты. Потолок уже наверх положил, на крышу. Выгнал велик тоже вчера. Стоял дома отмытый, чистый. Так что надо будет сейчас цепи снять тоже. Ну, короче, так, легко от этого. Так, не отвлекаемся. Все, что было с потолка снято, все положил сюда. Темные заводские ручки. Все темное, не покрашено. Все как по заводу. Это тоже темно, но тут косячок, то что вот трещинка и одна кнопочка сломанная. Надо будет потом заказать новую. Так, это тоже все заводское, все темное. Ничего не перекрашено, все как есть. Так, болтики, все, что было, все у нас здесь. Так, сейчас. Так. Сейчас надо будет установить потолок, а потом уже пойдет все дальше. Ну что, продолжим? Блин, засвет тут идет, короче. Вот, короче, наш потолок. Все как положено. Включили вспышку, чуть-чуть камеру поменяли. Сейчас надо вот это все
кое-что провода туда на место, так сказать, пасы поставить. Так, вот так у нас обстоят дела. Ну что ж, продолжаем. Короче, ставим потолок, уже на минут 30-40 я потратил. Я забыл просто, как его снимал. Передняя, левая, синяя. Поднимаем вверх, как можно. И отодвигаем. Задняя назад, спинку вниз. И, короче, просовываем вот так. Потихонечку поджимаем здесь, слева, справа углы. И все. Потихоньку пережимайте, ничего не бойтесь, не сломается. Главное, ну, не переусердствовать. Так, все, уже сейчас залез, и на месте уже разберемся. Ну все, получается, эту сторону пропихнули, сиденье опустили, все, теперь все лежит, приподнять, за ручки сначала все цепляем, а потом уже дальше. Так что выходит пока так. Так, поставили, сначала крепим вот на эти три защитки тут, которые есть в потолку. Три пластмассовых крепления и три, ну, три пистончика пластмассовых. Задняя часть, крепим их. Потом, чтобы было легче, поднимаем и стекло так опускаем и фиксируем стекло. Потом сейчас снимаем уплотнители дверей полностью все. Крепим ручки. Дальше уже так, ручки закрепим, продолжим. Вот, выехали чуть-чуть отдохнуть, покататься. Так. Сегодня продолжаем, получается, задняя полка перешитая, которая она была обычная, без третьего стопа и без отверстия для задней шторки. Отверстие я вырезал сам. И получается каркас по третий стоп, тоже сам аккуратненько его, получается, слева с правой стороной совместил, скрестил. У меня эпоксидный клей, потом чуть-чуть там грунта добавил, туда-сюда, все чуть-чуть отшлифовал. И вот тут мелкие бугорчики вот видны, чуть-чуть здесь, и все, она литая. Потому что просто вот который каркас просто вставляется, из-за того, что тут шторка, ну, прочность была никакая. Она как вода вот так ходила ходуном вся. И пришлось, короче, ее вместе с полочкой совместить. Это все тоже перешитое вместе с потолком, все в одну ткань. Так, шторку я сейчас, получается, вставлял, ну, минут 20, потому что я впритык все сделал, чтобы она стояла плотно. Заглушки есть, надо их найти, я не помню, куда их дел. Что справа, что слева, сюда такие пластмассовые вставляются. Они есть, надо найти. Потом заглушки для динамиков, тоже все есть. Эта лампочка, короче, тупо бездействует. Я ее вчера задействовал у меня на старлановской сигнализации. Тут была лампочка, когда ставил машину, ну, закрывал, она мигала. Мы ее убрали, мне полностью перешили. Эту дырку, короче, я поменял эту стойку, все по новой обшили. И чтобы не делать дырку в новой стойке для лампочки, я подключил вот сюда, к этой заводской. Теперь она у нас тоже мигает, когда закрываешь машину, как по заводскому. Конечно, мигает раз в 10, так сказать, похуже, чем которая была здесь. Ее не так видно, но ее видно. В будущем надо будет чуть-чуть поярче или ее поменять, либо, ну, короче, что не доделать. А так все работает. Как-то так. Так, сейчас, получается, будем ставить сюда полочку. Колоночки все подключено. Надо будет только вот этот провод вывести, чтобы его здесь не оставить. Третий стоп попозже мы подключим к задним стопорям. Так. Сейчас начнем. Стекло также уже нашел.
в апреле заберу под третий стоп. И тут идет, получается, под антенну, под заводской телефон. Так что дело движется. Так, вот получается, поставили мы заднюю полку, заднюю шторку. Крючки уже я давно поставил. На динамике заглушку. Ну, как посветлее будет, еще раз сниму. Сейчас на улицу выйдем. С улицы это вот так. Так, тут вот эта резинка встала неровно. Но это ничего страшного. Потому что через недельки 2-3 стекло придет заднее. По 3 стоп стекло снимаем это. Эту резинку выровняем. Как у меня так многие делали. Стекло ставили уже. И, так сказать, уже ровно все было. А так все вот. Все цело. Все ништяк. Полку поменяли. Сюда у нас есть эти крепления, вот так пластмассовые. Сюда пока ставить не буду, потому что поставил электромоторы, провел всю электро, ну, проводку. Но у меня один подголовник рестайловый, а второй до рестайла. Надо найти оба рестайловых и потом уже оба ставить. Так что вот так это все выглядит. Наконец-то, спустя почти 5 лет, полка появилась. Не было здесь уплотнительного, ну, губки или что. Была у меня вот такая уже купленная заранее в магазине. Год, наверное, назад, может, полтора. Так, для всяких случаев. По периметру наклеил. Сейчас внутрь ставим. И все. Ништяк будет. Вот так идет вот, так сказать, проходят выходные. Так, это у нас получается передние стойки. Я их брал привозными, их тоже перешили. Ой, ё-моё, тоже, короче, перешили. Но прикол то, что когда они были изготовлены, смотрим, 9 мая 95 года, на День Победы. Надпись Станкевич, Шикч, что-то, что, 95-82, ну, 95-й год, 82, не знаю, что это. Крепление все целое. Вот так все выглядит. Так что собираем дальше. Также получается вот эту боковую, где бардачок справа, тоже перетянули. Вон все аккуратненько. Так, вот получается перешили бардачок. Строчку тоже под немецкий стиль все сделали. Это задний получается. Тоже все перешито. Все сделано в аккурате. Также получается отмыл и внутри, и снаружи задние плафоны. Лампочки поменял. Все чисто. Оригинал все темное, не крашеное. Все как и должно быть. Вечер, так сказать. Бумерок. Кальянчик. Чаек. Так сказать, отдых. Собираем и кайфуем. Потихоньку либо сегодня, либо завтра буду ставить. Так, это что у нас сбоку? Получается, когда клеили, это я все отмою. А на заводскую, вот, которая идет, вот эта ткань или что, клей чуть-чуть, как, она все проклеила, все нормально держалось. И вот это я уже сам проклеил, получается, чтобы посильнее схватилось все. Это потом потихоньку все уберу, так сказать.
Вот можно здесь посмотреть, когда клеили, она под чуть начала отходить, сама эта ткань. К ней клей приклеивался, но, блин, я не знаю почему. Даже смотрел, который на заводском индивидуале, у них тоже вот это постепенно, но там уже со временем она начала отходить. А тут клей начал разъедать, получается, само вот это основание бардачка. Пришлось мне все проклеить заново. Клеил я как жидкие гвозди, прозрачные момент. Он схватывает, ну вот, сутки полежал, схватил конкретно, что здесь. И здесь полностью тоже. Все встало, ну, намертво, чтоб просто в дальнейшем, ну, она совсем не отслоилась, а держалась все нормально. Это все потом уберем, и либо вот отсюда, либо отсюда я чем-нибудь проклею, тоже серым, ну, чтоб красиво все было, как по заводу, и также здесь, чтоб просто все держалось, и все было красиво. Это все отмоется, а так вот. Перешили, все четко. Так что будет все красиво. Собираем бэху и днем, и ночью. Ну-ка, затягивайся.